Что думаешь насчет матча с Уругваем? Какой твой прогноз? Ничья. Ничья, 1-1. Кто забьет и почему? Леша Миранчук. Он же еще не играл. Но сейчас играет, будет играть. Как бы не хочу делать прогнозы, никогда не делал и не буду сейчас делать. Но надеюсь на хороший игру сборной России. Я думаю, выиграет. С каким счетом? 1-0. А кто забьет? Забнин. Забнин, Алексей Забнин. Я думаю, Россия выиграет. Вадим. А кто забьет? Дюба и Черещев. Вот у меня пресс-секретарь, вот в кепке. Вот у него все спрашивают, и он все за меня знает. 3-1 победа. 3-1, так уверенно? Да. И кто забьет? Головин, Черешев. Мирончук. Мирончук. Леша. Антон Голевая. Я думаю, ничья. Ничья. Хороший результат будет, я думаю. Ну, я думаю, что сейчас оба тренера, наверное, скорее всего, поберегут большую часть футболистов. Ну, или 0-0, или 1-1. Если 1-1, то кто у нас зовет? Дзюба, конечно. Сборная России выиграет 2-1 и забьет Леша Миранчук на 86-й минуте. А второй гол? Второй Смолов. Смолов? Да. Мы будем проигрывать 1-0, а потом отыграемся 1-1, и в конце Леша Миранчук забьет. Мы выиграем 2-1 и выйдем из группы с первого места. Я думаю, в один мяч Россия должна выиграть. Ну, я думаю, что футбол все равно будет хороший и зрелищный. Ну, думаю, 2-1. Ну, здесь уже все может быть. Вон, посмотрите, немцы забили на последний, хотя шведы имели очень хороший шанс в самом начале там забить. Надеюсь, что Дюба забьет. И еще, дай бог, чтобы Черышев еще, чтобы догнал Рональду.